Я не буду, я потом чайнички потом. Я буду чай, например, потом. Чай, так, все, тогда чай потом. Тогда один. Даша, для тебе сколько надо. Долго я зашел. Приобнял Настюху немножко сзади. Будет не одни. Тетечка какая-то. Серьезно? А, то есть и тетечку надо было приобнять. Я просто. Явно было дискомфортно. Сзади или спереди? Сзади. Ну, я Настюху взял, вот так немножко приобнял. Мне по руке постучали, причем молотком бабы. Да я согласен с ней, ну понятное дело. У нас тут смело от меня сидела пожилая женщина, и так помогла. Там молодая постоянно что-то смеялась, крутилась. Она на свет дома сидит, я вот так. А почему крутилась? Народный артист Российской Федерации. Кто? Первый? Григорий, папа не оценил время. Народного артиста, который стрелял. Тупе, сама говорит, который смешный. Ну что там, как раз этим и вот он, ребята. У него профиль хороший. Кстати, будет впервые в Белгороде Мишель Жан Легре. Француз, композитор, пианист, аранжировщик, дирижер. Ярошевский и Елизавета Трунова. Коль, не бандавай с моей провокацией. Она это все демонстративно делает. Все, что ей понравилось, на самом деле, сейчас идет. Это я знаю. Конечно. Зато себя чуть-чуть подняла. Даня, ты чё? Вот эту маечку одел, чтобы так это за своего... Слышь, Даня, закосить под своего флаг так, на всякий случай, да? Я свой. Даня подготовился. Поздравляем с независимостью. Я всякий случай. Я свой. Хороший вопрос. США? Да. В июле. Здрасте. Нашу свадьбу. Мама, вот я знаю, что... 4 июля. Блин, позорище. День нашей свадьбы. Не знаю, потому наша семья так и держится, что мы независимы друг от друга. Благодаря USA. Елена Ваенко в 2012-м тоже стала объектом самых громких стран. Я даже был. Больше того, что... Может быть, кто-нибудь скажет, независимость от чего Америки? От Африки? Я думаю, по Британии. Британия. Наверное. Great Britain. Америкосы. Америкосы. Теперь не британцы. Что нам чайник от чайна? Давайте посчитаем.